Всем здравствуйте, мы находимся на минус первом этаже объекта Дубровская Слобода. Сегодня 31 мая, четверг. Мы сейчас стоим в форт-камере, так называемой вентиляционной камере, в которой со всех сторон приходят короба. Она почти готова полностью. Осталось сейчас, мы ждем поставки гипсокартона и минваты. Она обшивается и сдается в работу. Где-то дня 2-3 и венткамера будет готова. Мы находимся во второй венткамере. Здесь ведутся штукатурные работы. Для того, чтобы сдать под монтаж оборудования, мы должны сделать также вибр оснований. Контур вы их уже видите. Опять же, ждем минвату. Сегодня она приходит 2-3 дня и начинаем монтаж оборудования. Сзади вас как раз-таки проем для того, чтобы это оборудование занести сюда. Везде больше проходов нету. Пойдемте дальше. Также на этом этаже и ведутся и сверловочные, и пропилочные работы. Вот компания Дель в данном конкретном случае занимается демонтажом существующей стены бетонной. Здесь будет проход, дальше будет одно паркинговое место. Мы находимся в так называемом тамбур-шлюзе. Это длинный коридор, который ведет в помещение ГРЩ. Он тоже весь оштукатурен. Сейчас только одна стена, вот это не оштукатурена, доштукатуривается, и также помещение это сдается. Сейчас мы дошли до единственного невыполненного помещения венткамеры. Чертежи были получены вчера, уже сегодня уже приступили к работе. Где-то неделя-полторы, и мы тоже закончим с этим помещением. Соответственно, будем передавать это для монтажа оборудования. Мы с вами находимся на входной группе. Это одна из, должна быть, на мой взгляд, самых красивых и интересных частей дома. То, с чего начинается знакомство дома. С жителями, жителей, вернее, со знакомством дома. Здесь у нас находятся лифты. Лифты приедут через 2 недели, поэтому сейчас для них будет делаться будет пол, кладка. Также у нас по 2 стороны лифта, слева и справа, находятся эскалаторы. Они приедут уже через месяц. Для этого ведется кладка. Сейчас вот там, где происходит производственное совещание наших инженеров, будет вестись кладка, дабы отделить входную группу от паркинговой зоны на случай пожара и всего таких непредвиденных событий. Вот мы вышли из паркинга, поднялись на 3-й этаж. Это стилобатная часть. Находимся мы за корпусом Е, с наружной его стороны. За последнюю неделю, как вы помните, мы начинали, на прошлой неделе мы начинали монтировать подъемник, 3-й уже. Сейчас он уже полностью готов, проходит последние наладочные работы. И завтра или сегодня же вечером, часа через 2 примерно, он уже начнет функционировать. Дальше на стилобатной части у нас ведется уже гидроизоляционные работы. За 2 дня мы сделали где-то порядка 70 квадратов, плюс еще с торцевой стороны секции Е. Я думаю, где-то к концу этой недели вся гидроизоляция будет на стилобатной части за секциями Е и F выполнена. Кладка, опять же, которой не было еще на прошлой неделе, закончена на входных группах на 3-х этажах в полном объеме. Соответственно, когда где-то через неделю, я просто боюсь наврать, где-то 1,5, начнутся уже фасадные работы, может быть, через 2. Мы находимся на 6-м этаже секции Е, на 6-м, 5-м и 4-м этажах. Будет находиться бытовые помещения для того, чтобы люди переодевались, хранили инструменты, какие-то материалы. Все это перенесли на секцию Е из-за того, что мы освобождаем всю стилобатную часть под монтаж пирога. Также здесь, как вы видите, сооружаются бытовки, электричество, свет проводится. Теперь люди будут находиться здесь в комфортных условиях. Несмотря на то, что здесь будут бытовые помещения, работа не останавливается. Если вы посмотрите на потолок, идет разводка слаботочных систем. На лестнице ведутся штукатурные работы. С самого верха, с 20-го, мы уже дошли до 8-го этажа. Ниже все расставлено. Как вы видите, маяки уже выполнены. К концу этой недели, к понедельнику максимум, вся лестница 5-й секции будет готова. То же самое и на 6-й секции. Но на 6-й секции чуть подольше. Где-то, я думаю, к концу следующей недели будет все выполнено. Сзади вас вы видите ограждение парапетов, ограждение балконов переходных. На 5-й секции Е
все выполнено снизу до самого верха. На шестой секции дошли с третьего этажа до 15-го. 5 этажей осталось. Также на этой неделе это будет все выполнено и закончено. Если посмотрите вниз, вы увидите, что стилобатная часть потихонечку убирается. Потихонечку у нас забираются ригеля, стойки. Все, и где-то, наверное, через неделю-полторы вся стилобатная часть будет чистенькая и свободная. Вот, посмотрите, примерно все будет вот так вот, как вдоль корпусов. Сейчас мы оставляем где-то по 10-15 метров для того, чтобы начать монтировать входные группы и крыльца на двух секциях. Фасадные работы на секции Е закончены практически в полном объеме, за исключением небольшой части, которая будет закончена, я думаю, если не сегодня, так завтра. И место, где ходит подъемник. С наружной стороны идет монтаж окон и дверных блоков. На этом, наверное, наша экскурсия подошла к концу. С вами был старший прораб City Building и всея Руси Роман. Всего доброго, бывайте на стройках.